Привет, друзья! Сегодня у нас среда. Только что я завершил пробежку почти 9 километров вокруг Лисьей горы. Видите, сегодня взял куртку, но где-то после первых 2 километров ее снял. Стало жарко. Вот, и сейчас, в принципе, мне хорошо в этой майке. Я бегаю нормально. В этот раз, когда пробегал возле Лисьей горы, у меня прям руки жгло. Думаю, сейчас если упаду, это будет пиздец. Второй раз ту же яму, поэтому бегал очень аккуратно. Но воронка в одну и ту же яму дважды не ложится, так что я не упал. Все нормалек. Видел, как один пацан забегал на гору Лисью, прям по склону горы. И был такой момент, так бежит, так усердный. Вдруг херакс, у него из руки падает мобильник. И он такой поднимает и дальше бежит. Это меня позабавило. А так вообще, ну, пару бегунов только встретил, помахал им рукой навстречу. Вообще народу мало сегодня. Ну, будний день, оно и понятно. Будний день, утро, все или на работе, или спят, отсыпаются, кто-то 2 через 2. Вот. Так что, физкульт, привет вам из Кучино, от Фиксина. Подписывайтесь, дзынь-дзынь, ставьте лайки и пишите осмысленные комментарии. Пока-пока.